Вот поднялись на купол. Где-то должен быть выход наружу, потому что здесь это изнутри купол собора. А мы еще хотим посмотреть на город. Здесь вот сетками, естественно, огорожено, чтобы люди туда вниз не падали. Ну вот мы прямо вот купол, вот где этот палантин. Кстати, тоже Бернини его сделал. Обалдеть. Здесь такие мозаики вот эти обалденские. Как это все можно было сделать? Он нереальный. Он просто нереальный. Жалко латыни, не знаю, если можно было все прочитать. Все, что на латыни написано. А вначале Микеланджело не хотел здесь работать, точно так же, как и он не хотел расписывать Сикстинскую капеллу. Но при Микеланджело работы продвинулись гораздо быстрее, чем при всех предыдущих архитекторах. Здесь на крыше можно погулять. Вот эти вот все апостолы. Скульптуры огромные. Но я думал, что можно будет выйти туда посмотреть, но туда не пускают. Вот такая огромная крыша. И вот мы были аж вон там, где люди ходят. На самом верху собора. Очень круто. Так же круто, как и в Милане.